Подведены итоги областного смотра конкурса «Название «Лучший оздоровительный лагерь» в 2017 году». Победителями стали три муниципальных загородных лагеря – «Дружба» в Камешковском районе, «Лесная сказка» в Юрьев-Польском и государственные автономные учреждения Владимирской области – спортивно-оздоровительный центр «Олимп». Каждый из них получит по 1 000 000 рублей. Соответствующее постановление уже подписано. Всего на конкурс было подано 10 заявок. Смотр среди загородных лагерей проводится ежегодно для повышения качества отдыха детей и стимулирования коллективов к применению современных методов работы.